Итак, всем привет! Нахожусь я в таком замечательном месте, как кибуц Азуреа. Все тут очень зелено после дождей, которые были в последние несколько дней. В общем, радует глаз. Такое тихое, спокойное пасторальное место. И вот, проходя мимо этой лужайки, мимо этих вот лавочек и столика круглого, я подумал, что будет самое время записать тут какое-нибудь новое видео, потому что давно ничего не записывал, поэтому ну, тут вот сам Бог велел и посидеть немного. Что-то у меня спина немного побаливает после там 3-4 километров ходьбы. Ну и заодно подтачивать навыки вот публичных выступлений. Сейчас это будет такой вот поток сознания. Поговорим немного о том, о чем я уже говорил 3 месяца назад в сентябре. Вот, начнем с девушек, опять же, с женщин, с девушек в Израиле. Часто бывает такая вот, ходит убеждение такое, что, мол, ну, не получается знакомиться с русскоязычными, там, по каким-то причинам, давай, тут столько ивритоязычных, знакомься с ними. Но вот из моего опыта я могу сказать, что с ними познакомиться получается еще труднее, чем с русскоязычными, то есть... Ты можешь им писать до потери пульса, там, до крови из носа на сайтах знакомств, но реакция будет минимальная. То есть либо вообще тебя игнорят, либо начинается беседа и очень быстро прерывается эта беседа. Вот. То есть пытаться-то можно, конечно, но коэффициент полезного действия очень-очень маленький. Очень-очень маленький. Ну и я уже не говорю о том, что будет после этого знакомства, даже если, допустим, это дело дойдет до уже реальной, там, реального свидания, реальной встречи. То есть обычно с этими девушками у большинства парней вот, русскоязычных, которых я знаю, нет никакой общей ментальности, и получается, что, опять же, чувствуя себя не в своей тарелке, приходишь на эту встречу, там не о чем говорить. Получается очень вымученное это свидание несчастное, и на этом все заканчивается, продолжения нет. Вот у меня даже была когда-то такая вот встреча, даже дважды с девушкой, причем она была не ивритоязычная, а была как бы с горской общины, скажем так. Вот, и тоже как бы ебала мозги по-простому. Не знаю, зачем я тоже с ней дважды встретился, с этого абсолютно ничего не получилось, что первая, что вторая встреча, там 100 раз менялись даты, 100 раз менялось время, в итоге, да, выбрали время, выбрали дату, но было абсолютно бесполезно и зря потратил время. Ну, хуй с ним, с этим временем, там ушло там где-то там 40 минут на каждую встречу, просто надо трезво оценивать ситуацию. И получается, что в общем и целом человеку вот... 41 год, даже неплохо стоящему и вполне себе там зарабатывающему неплохо, и все вроде в жизни у него так неплохо. В этом плане тут ничего абсолютно не светит в Израиле. Абсолютно ничего не светит. То есть, может быть, есть шанс познакомиться с РСП, с матерью-одиночками, но вопрос, кому это надо, все. Вот. Знакомство с матерью-одиночками... Это очень сомнительное удовольствие, я на такое никогда не шел, практически никогда. И сейчас, как бы на старости лет, тоже, естественно, не собираюсь. Ну, можно посмотреть на это все как бы немножко и с другой стороны, не так все печально, потому что вот это вот такое как бы одиночество дает тебе много свободы для разных маневров, которых у тебя бы не было абсолютно, если бы ты был бы закабален вот этой вот семьей и все такое. То есть на это можно посмотреть абсолютно по-другому, так сказать, увидите дофига плюсов в этом всем. То есть вот я лично, например, ввиду того, что работаю вот педагогом, работаю в школе учителем, могу летом куда угодно выезжать, ни с кем нафиг не советоваться, никого не спрашивать, не дрожать там, а сколько поехать, а куда поехать, а совпадают ли интересы. Я себе сам куда хочу, туда и еду, насколько хочу, куда туда еду. Вот, никому не должен давать отчет. Ни у кого не подкаблучник. Вот. Теперь, значит, еще такой вопрос, тоже из этого плавно вытекающий. И это тоже, естественно, является плюсом. Это возможность купить в Израиле квартиру. То есть, такой возможности вот уже лет, скажем так, 10, эта лавочка закрылась. То есть, вот у человека, у которого нет там
наследство какого-то или какой-то одной-двух квартир, которые у него остались там от дедушки с бабушкой, а у большинства русскоязычных этого нет. Шансы тут купить квартиру там в одиночку, они просто стремятся к нулю, потому что там, если квартира стоит, скажем, вот 1 000 000 шекелей, или даже, допустим, 900 тысяч шекелей, это, допустим, получается, я говорю о неплохих квартирах, это получается примерно, допустим, ну, в лучшем случае, скажем так, 200 тысяч евро. Ну, хорошо, ну, 180 тысяч евро. Хорошо, даже 150 тысяч евро, это, так сказать, в самом таком нереальном варианте. Накопить там 50 тысяч евро, как 30%, скажем, от стоимости квартиры, практически нереально. То есть можно, но вопрос зачем. То есть тут еще такой момент вырисовывается, что ситуация в Израиле с безопасностью, с будущим очень-очень непонятно, и фиг его знает, что произойдет там лет через 20, когда ты наконец эти деньги накопишь там, и вот довольный такой, блядь, придешь в банк и скажешь: вот у меня накоплены все деньги, я хочу вот это взять там какую-то небольшую ипотеку и купить там квартиру. Может, там уже такая ситуация будет тут, что тебе это нафиг будет не надо, а будешь хотеть только отсюда побыстрее там уехать или что-нибудь еще такое. Потому что ощущение пороховой бочки здесь, конечно же, есть. Хотя все вроде тихо, спокойно, но ощущение такое присутствует. Опять же, у каждого оно свое тоже. То есть я вот человек тревожный такой по характеру, я вот это чувствую. Кому-то это абсолютно не мешает, это действительно довольно индивидуальное дело. Но, конечно, государство, как любое государство, заинтересовано, чтобы ты там женился, блядь, взял эти ипотеки и сидел вот под каблуком у жены и отдавал эти ипотеки. И вот так жил зашоренный всю свою оставшуюся жизнь, заебанный семьей и детьми. Вот. Значит, если ты живешь сам, и у тебя получается вот это как бы вынужденное или уже получается невынужденное одиночество, потому что, в принципе, ты уже так привыкаешь, и тебе с этим абсолютно нормально, то у тебя, получается, есть другие возможности. Ты можешь купить себе намного более дешевую квартиру где-нибудь, вот, скажем, в Восточной Европе. Вариантов много. Надо, я вот себе это говорю, ловить момент и покупать квартиру где-нибудь там на курортах, скажем, там в Болгарии, может быть, в Литве. Потому что цены низкие, а динамика такая, что вот они низкие, а через какое-то время опять будет подъем цен. Поэтому надо это делать сейчас. Так мне кажется. Потому что какие-то несчастные, жалкие попытки тут корячиться и корпеть, чтобы купить какую-то квартиру в Израиле, если, особенно если у тебя нет семьи, ну это просто абсолютно ненужное, тупое и неблагодарное дело. Ну, если человек, я не знаю, какой-то там невъебенный программист, там, который может там, я не знаю, каждый месяц откладывать там по 10 тысяч, там, вот задался целью купить квартиру, и то как бы получается, там это, если он с нуля начинает, там, это надо года 3-4 копить только на начальный взнос. А надо ли это или нет, это большой-большой вопрос. Опять же, получается, что если вот есть семья, то это, конечно, да, это уже получается, люди хотят там какой-то себе уголок, чтобы у них был там семья, дети, это понятно. Но вот у кого нет семьи, это получается плюс, получается большая возможность для маневра, можно вполне об этом не заморачиваться, наоборот, смотреть на это так довольно-таки, так, с юмором, и как люди, которые тут вот имеют семьи, у меня есть такие друзья. Таких, кстати, немного, которые вот так имеют прям семьи и купили квартиру, но такие есть. Вот как они корпят там по 5 тысяч, по 6 тысяч выплачивают ипотеки. Очень-очень сомнительное удовольствие, мне кажется, это все. То есть это, если это называется счастьем, то, как по мне, то нахуй такое счастье. Вот что я хотел сказать, пожалуй. Ну, кому интересно, вот дискутируйте там, пишите в комментах. Вот, пожалуй, все на сегодня. Всем хорошего дня. Пока.